Пошел служить на срочную службу, призвали мне, в 1995 году. Больше ничего не помню, уже столько лет прошло. Спорт. Мой товарищ Борис Шестаков, он был директор клуба «Одинец», пригласил меня вскоре после моей травмы военной. Он на старом городке, у нас там на Кубинке мы плавали и легкой атлетикой занимались. Когда слэш-хоккей уже образовался, то в спорт уже вошел плотно в жизнь. Уже я все остальное, все свои дела забросил. Полгода или сколько-то занимались уже, все были более-менее катались, и вот это. Я так хотел сборную, прям вот все. И да, и мне тогда дали лучшего игрока турнира. Вот, и тренер пригласил меня в сборную. Есть шутка, да? Тренер учит тому, что сам не умеет. Какие-то моменты, которые я не воплотил, да, в хоккей, ну, вот, подсказываю, что получается. Тяжело проходило и, наверное, еще проходит. И вот как раз в детской команде, ну, они так нормально ко мне относятся, если уж я приезжаю, так опыт передаю. Но мне это как бы тоже надо. Мне до сих пор вот это чувствовать себя нужным, как бы для меня это важно. Это как бы как отдушина. С ними, конечно, легко общаться, они такие, ну, все мы одинаковые, по сути. Стать успешным человеком я мечтаю, состояться в жизни. У меня, я считаю себя молодым еще, мне 46 лет. Хочу еще одно образование получить. Сейчас как раз есть у меня возможность бизнес-образования, в общем. И состояться еще хочу в жизни, да. Что-то попробовать еще хочу.